Всем доброе деревенское утро. Сегодня у нас видеоролик «Один день из деревни». Покажу, чем мы будем заниматься, покажу, как проходит наш обычный летний день в деревне. Сколько работы здесь, просто не рассказать. Пришли на огород, будем собирать укроп, точнее семена укропа. Видите, сейчас самое время, они уже созрели. Поэтому будем заготавливать семена на следующий сезон. Обязательно нужно, чтобы они были хорошо вызревшие, то есть абсолютно сухие, чтобы они хранились и всхожесть была хорошая. Покажу, как я это делаю. Вот так выглядит огород в конце августа. Все уже начинает желтеть. Земля отдает свой последний урожай. Но кое-что еще есть. Ремонтантная малина начала уже потихоньку спеть. Красота. Пришли собирать ежевику. Начала она уже потихоньку созревать. Будем варить варенье, кушать свежую ягодку. Очень много яблок в этом году. Вот такое дерево у нас белого налива. Яблочки портятся, не успеваем мы их собирать. Очень много падает. В общем, сейчас будем их собирать. Сделаем либо джем, либо варенье. Ну, посмотрим, что-нибудь придумаем. Будем их перерабатывать. Урожай яблок в этом году хороший. Подготовили яблоки. Вымыли, нарезали, пересыпали сахаром. Сейчас они немного дадут сок. Ну и будем их варить. Аромат стоит уже на кухне. Спасибо. Пожалуйста.
Урожай моркови в этом году шикарный. Посмотрите, какая она огромная. Ничем ни разу мы ее не удобряли, не подкармливали. В общем, не морковь, а сказка. Приехали на поле. Сейчас отгоним немного картошки. Посмотрим наш урожай. Решили немножко начинать копать, потому что кусок не маленький. Сразу все не схватить. Ну что, выкопали на пробу две грядки картошки. Здесь два сорта. Первый – это королева Анна. Продолговатая, желтенькая внутри. Достаточно неплохая картошка. Конечно, для этого года урожай не очень, он у всех не очень. И внешний вид картошки тоже так себе. Но ничего, что имеем, то имеем. Как бы мы не жалуемся. Буду сейчас перебирать. Это королева Анна, и вот здесь рядышком сорт красной картошки, тоже желтая внутри, это вектор. От жары она, видите, вся потрескалась. Ну, сейчас будем что-то выбирать, что-то не кондицию будем оставлять нашим животным как бы на корм. Вот, мелочевку тоже на корм, семенку сразу будем отделять. Ну, мы немножко выкопали, оставшуюся картошку будем докапывать в следующие выходные, это так, на пробу. Это картошечка моих свекров. Вот мы тоже начали ее копать. Разная есть и покрупнее, и помельче. Здесь тоже два сорта. Это сорт Гала и сорт Манифест. Ну, в общем, урожай в этом году, сами видите, какой. Но ничего страшного. Что есть, то есть. Ну, вот и все. Это уже следующее утро. Собираемся домой. Хорошо вчера поработали. Едем на автобус. Подготовили вот так вот сумки с собой. Взяли продуктов, картошки, яблок, овощей. Софья, едем домой, да? Да. Едем домой. Если вам понравился сегодняшний видеоролик, если вам понравился мой день в деревне, поддержите меня лайком, напишите комментарий, поделитесь этим видео. Ну, до новых встреч. Всем пока-пока.